Не беремо, надбита. Користе. Тернополь. Такс. О, майская ночь. А почем майская ночь? 250. Недорого. А почем резина? 1300. Это за один? 1300 колесо. Да, кого-то за БМВ скрутили. Это у нас реплика на Nike Air Max. Да, нет, в моем случае без шансов. А почем они? 750, понял. Да. Жалко не мою. Ну и жалко, не мою. Конечно. Жалко. Не мой размер, блин. Нет, тулуп у меня и свой есть. Тулуп, вон, на эти даже на стельке выйдет дешевле. Согласен. Питань нема, планшет не надо. Да что вам ничего не надо, ну перчатки он ваш. У меня есть. О, это какая такие. Красивая, так это гамакацу, Япония. Да тебе главное, чтобы было тепло. Так тепло, Япония. Ему да, тепло не надо, вы посмотрите. Да, ну пока молодой, как будешь, как я. А у него уже все. Да. Я уже все. Ладно, идем дальше. У меня такая живенькая барахолка, интересная. Кстати, там, кстати, вот эта штучка, я утром думал, что это такое. Что? Где что? Это я снимал, кстати, это Дулёва. Да, снимал. Ой, Дулёва, Долгуш. Это Долгуш. Долгуш. Второй сорт, но выглядит 50, отлично. 50 гривен. 50 гривен. Вот эта штучка. Утром смотрел, что это просто муляжик, понял. Он кто такой, желает с тобой поговорить. Так. Вот это такая на ножке конфетница-фруктовница пластиковая. Да, и там внутри даже есть цена. Рубль 71 и клеймо какое-то. Прикольно. И недорогая. По золоту все. Почем такие? 256 штучек. По золоту целенькая. Симпатично. Смотри, пуховик 200 гривен. Да? Шуба 200 гривен, пуховик 200 гривен. Лучше шубу брать. Да, прикольно. Погнали дальше. Одежды, конечно, много повыносили. Ух ты, курточка, а в ней, глянь, в комплекте сумка. С такого же материала даже. Вообще классно. Такая вот двоечка. Почем такой штовчик у вас? 100. Коростень. 100 гривен. А петушок? Петух 500. 500. Не дешевеет. Ну давай 400. Не дешевеет. Он в интернете стоит же, блядь. А почем в интернете, Аня? Полторы. Полторы? Да. Офигеть. А я такой за 200 продал. Да, да. Буду знать, а был здесь. Нема, нема. Нема, что ты зробишь. Альтруизм он такой, наказуем. Полторы за петухам. Да, что-то как-то недешево однозначно. Нич така місяча на зоря на ясная. Видно хоч гулки збирай. Вийдеш, коханая, хоч на хвилиночку. Та-ра-да-да-да-да, вгай. Барахолка прибавила людей, но ничего интересного не прибавилось. Ждем, гуляем, может что-то еще интересное для вас получится отснять. Так, вот у нашей хорошей знакомой новинки. Такой вот заварничек. О, какой звук. Это у нас мельхиорчик. 100 гривен по стоимости. Вот такая вот штука с дельфинами. Спецовник какой-то, даже не знаю, как это можно использовать.
30 гривен по стоимости. И вот такая вот керамика. Сливочник. Наверное, это больше похоже под молочко. Ну, сливочник, да, в принципе. О, молочник, да. Да не напьёшься. Да, тоже прикольный, 100 гривен. Сливочник, неважно что. Это что-то современное, да? Угу. Тут под сахар. Это... Чуга, сахар. Цугар. О. А почем подсвечник, Натали? Меднёно. 130 гривен. Да книжечку это не надо ставить. Книжечку? Да. Что будет за книжечка? Ты не знаешь, что с ней даже делать. С фиксатором, да? Это тоже Славянск. Это Славянск, да? Угу. Комбинат. Такой вот наборчик. Это наборчик, две штучки. 150 гривен. Тоже с фиксатором. Угу. Вот такое. И лампа еще в наличии. Никак не продастся. Винтики, болтики, шурупики. Да? На правах рекламы. Подходите, покупайте. Скотч, стрейч. Все, что вашей душе угодно. Ага, полунная. Полунная подписная. Это что у нас? Скорость? Не, Синельникова. А почем такая? 35. Симпатичная. И недорого. А, что там? Гармонь. Где? Ух ты. Ну, так она уже, не она не уже не все, по-моему. Она уже приехала. Для для декора, да. Почем она? Для декора. А почем она? 200 гривен. 200 гривен. Играй, гармонь любимая. Это у нас тоже Славянск, наверное. А не, вот, видишь. А что это же клеймо, что мы только что смотрели. Подкова. Она же чье-то. Подскажите в комментариях, может, кто сталкивался, что это за клеймо. Мне кажется, это что это... Азии, мне кажется, что это серьезно. Китай. Второй подряд попалось. Ну. Раньше встречалось часто. Если кто-то подскажет, буду благодарен. Дам кофе. Черепашки. По 10 гривен. Если все возьмете, то 30-ку отдам. А, это детские чашечки, такие ежик в поезде. Барановка. 4 штучки, 30 гривен. А почем такой? Черема такой. 40, да? Ага. 40 гривен такой жакет. Да, интересно. Я услышал, да, она сказала. Спасибо. 40 гривен. Не, нормально. Нормально. Недорого. Что? Что? Девушка спросила, дорого или нет. У нас тоже Славянск, по-моему. Да недорого. А почем? Ну, 50 прошу. 50, да? 30, давай. Ага. Мне кажется, это долбыш. Нет, полоная. Кажется. Не кажется, это полоная. А почем такая? А сервизика нема? Нема. Украшение для дома по 3 гривни. Без клима. Нет, под мрамор. Не, это городница. Ты можешь меня перекрикивать. Вот твой долбуш. Ты хотел долбуш. Первый слово. Крышечка родная. Какой рисуночек. А почем такая? Виде розы. 50. 50 гривен заварничек. Неплохо. Тарелочка маленькая. Какие-то наверное синее. Вот это что-то интересное может быть. Блюдо. Не, Будда. Блюдо. Будда. А ну, глянь, синель. Брушковка. Синель. Сейчас. Скорость. Не угадал никто. Короче, рубрика «Угадай посуду». Наши дорогие друзья на барахолке. Есть кое-какие новинки. Здесь по
Рейхо. Новые вещи. По бижутерии что-то новенькое, может кто-то для себя увидит. Это Василий Теркин, 47-й год. Его не только я не знаю, его никто не знает. Да ладно, я... Блин, я не думал, что у тебя три класса образования. Ну какой есть. Я имею в виду советской школы. Никто прогулял. Поглядь, можеш я з ними піти до вас? Так, так. Я подивлюся, там в якому состоянні. Їх можеш взяти? Подивіться. Ну, подивіться, це будуть роботи, може, може. По 320. Ні, ну це з ними теж балакати. Хорошо. Смотри, я теж якусь знесу. Да? Сейчас туда дойдем. А почем такие бокальчики? А вот эти? Гривен по 150. Бывают тут типа вазочки. Ну да. Кузнецов. Сколько Кузнецов? Да. Кузнецов. Башмачок Кузнецов. Я думаю, это, наверное, игольница. Часики, броши. Я думаю, есть вообще, короче, слон кузнецовский, 1800 какого-то года игольница. Ну, надо реставрировать ножки. Пошли покажем, что у нас тут еще опять оружие на барахолке. То, что осталось, то, что еще не продано. Так, здесь у нас всякие миниатюрки. Бюстики. Альпийский колокольчик. Малиновый звон. Осторожно. База такая. Там даже что-то. Что-то есть. Надпись какая-то. Что-то Индия, да, или что-то? Нет. Колокольчик надо вот так. Ну не, ну эксперт, сразу видно рука мастера. Баримон, что такое? Да-да-да. Красота. О! Кирка должен пацан прийти для Кирка. Что у нас тут? Целый альбом монеток. Так что тоже нумизматов просим в гости. Это что за карандаш? А это не продается. Это дореволюционный карандаш. Сто с чем-то лет. Смотри, он пудреница. Пудреница. Посеребрение. 19 век. ЗПП. Не знаю, какой-то ЗПП. Ну покажи, химический. Химический. Так, это у нас серебришко. И почем такое? По серебрению. По серебрению. И почем? Да. 400 гривен. Ну, дорого. А? Смотри, зеркальце для дюймового. Зеркальце. Латунька. Тоже такое. А вот, смотри, пудреница. Интересная тоже. 250. Это что за кокарда? Это царская кокарда. Купанная. Ух ты. Да. Почем такая? 150 гривен. Ну, огонь? Огонь. Недорого. Бомба? Бомба недорого. Сразу люди подходят. Интересно. Ключ 300. Я видел. Ключ 300 я видел. Класс. Хочу с вами, чтобы вы купили. За сколько купили? Хочу 400, а вы уже предлагаете. Мы же вас знаем. Привет, нет. Да че? Боится. Ты его, мой. Его Линда. Он мой друг. А большой, да? Да большой-то, Лен. Такие упитанные. Не сказал бы, что он прям... Смотри, чтобы он тебя не грызунул. Может, это самочка беременна. Она вроде ну, может быть, да. Возможно, и беременна. Да? Такие вот комочки счастья, доброты и нежности.
Да, мы глазеем. Еще не реагируют. А у них там водичка, да? Класс. А как это супница, называется? Супница. Ну, даже там уже не супница, а типа вареничная. Такая небольшая. Это что-то интересное. В общем, блюдо. А? Или для первого, или для второго. Барановка. 53-57 год. Еще фуф написано. Mm. Рисунок какой. А почем такая? 303. Адекватно. Вроде целая. Да? Не, классная. Целенькая. 53-57 год. Ну, смотри. Не, круто. Реально круто. Идеально. Да, ракета, смотри, коробки. Вес. Почем ракета? Я дома мучительница. Я помню, она, что она шумная, как говорят. С двух сторон трубы встал, не понял? Она можно и в машину, и дома. Mm. Она, а, ну да, и, да. Белить, а можно пылесос. И они с двух сторон, понял? Можно вещица потолок побелкой. Обалдеть. Что вот эти вещи заинтересовали. Да, кувшин крутой. Mm. Причем такой? Цена символическая, 250 гривен. Согласен. Да, да. Согласен. Ну это кто разбирает? Круто. Это что у нас? Богемия. Богемия. Это стекло Германия. А, Германия, ага. Одно оказалось. Для торта. Для торта, понял, так раз. Ну, стеклянный, но поставил. Не смотри, да, сейчас особенно веса попал. Конечно, контролирую. Классно ты придумал. А почем такая? Знаешь, куда? О, классно ты придумал. А почем эта подставочка? Нет, я же отклал. Почем она? Тоже сама. Угу. А вот это 250. Угу. Классно. Вот хрустальчик. Ну, вот это. Ого. Тяжеленный. Соус. Без запиха. Как ты любишь сразу подставку. Это вещь. Это немцы. Да. Я уже так ступил. Бавария, Джермания. Без обид. Так, это за у меня такой один есть. Классно. Ага. Там ворушит. Там выкинуть. Ага. Ну, а там деревяшка. Угу. Угу. Пика. Хорошая пика. Так. Осталось. Дырка есть хоть? Деревяшка. Дырка есть. Диаметр такой, правда, что... Фих. Фих, фих, фих. За 70 даже пойдет. За 70 даже пойдет. А там минус, я взяла бы там. Так, за 70 какая вы сказали? А? За 70 какая вы сказали? Вот это, да? Вот это, вторая, не, вот это. Вот это, да? Ага. А это минимально что? 120, 110. 110, 100. А 160 за 2 пойдет? 170. Ну, вариант по 80. 170 пойдет. 170 пойдет. Пойдет. Хорошо. Берем. Гомчик интересный нашли. С фотками старенькими. Ленинград, 71 год. Угу. Вот эта статуя. Это же Александру Невскому. Тут что-то написано, не могу понять. Не важно, давай дальше. Да не, ну хотелось прочитать. А, ты видишь, чей-то именно ну, семейный. Чей-то, да, семейный. Может, серьезно, дядька инженер, он, видишь, угу. с чемоданом. Ну, просто Ленинград. Угу. Памятник Ленину на Московской площади. Он Смольный. Тут прикинь, а? Так еще с вагоном. Видишь, интересно, фотка потом отдельно вырезали. Ну да. Вклеивали, то есть труд приложили. Раньше не было айфонов, поэтому люди как-то так вот маялись. Да, он выиграл. Находили себе занятие какое-нибудь. Лебяжья канавка. Вид на Петровскую крепость. У Петровской крепости панорама центральной части города. Аллея. Тра-ля-ля.
Фотография. Красивая вида. Памятник Крылову. А это такой цикл. Решетка летнего сада. Вот смотри, какие черно-белые. Южный портик. Это кто такой? Монферран какой-то. Угу. О, смотри. Интересно. Фрагмент мозаики. Много его не будем утяжелять эфир. Да, музей. Вещь интересная. Петропавловская крепость. Ну, короче, о, да, пушка. Там множество всего. О, морячки. Матросики. Ну, в общем, как-то вот так. Так, попали в поле зрения интересные елочные игрушки. Это груша, это не я. А, это груша, точно. У меня кретинизм в этом плане. Топографический или какой? Фруктовый. Фруктовый. Это такие груши, они я знаю только Apple, больше я ничего не знаю. Интересно. Ну, вот что. Космонавт или кто-то, нет, или манта или что? Не знаю. Ну, он ниже. Да я понял. Не знаю. Это, наверное, помидор. Это помидор. Ого, на прищепке. Не, это не помидор. Это что-то непонятно. Да не, ну помидор, наверное. Листочки. С просто покрашены. Ну так покрашено, так что тут такое. Да. Ух ты, вот тут на прищепке тоже игрушка. На прищепке обычно более старая, насколько я знаю. И ценные. И ценные, да. В следующем году будем искать игрушки на прищепках. А почем вот эти на прищепочках? По 50 гривен. А эти? По 40. По 40. Вот такая вот цена. Можно уже начинать готовиться к Новому году. А вот этот петушок, почем? 130. Вот. Вот, петушок 130 гривен. А там у мужчины такой был 500. Поэтому я был прав, что цена чуть-чуть дороговато. Показываю покупочки по просьбам, что сегодня удалось купить. Вот такой вот агапак. Первый сорт. Фигурка в идеальном состоянии, без заводских дефектов распространенных, которые бывают под плечами, на руках. Так, такие вот блюдца, 4 штучки. Долбыш и масленка долбыш в идеальном состоянии. Так, ну и конечно же две замечательные пишни. Вот так они выглядят. На этом будем прощаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и добавляйте сообщество Viber. Всем пока!